Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, сьогодні буду провадити нашу катехезу разом з Терезою Гажейовою, представницею спільноти Світло Марії, яка ось в цей момент перебуває у Міджугор'ї, місця молитви, місія об'явлення Пресвятої Богородиці. Тереза, слава Ісусу Христу, Христос народився, вітаю тебе в ефірі Радіо Марія. Славимо Його і дуже рада опять бути на зв'язі з вами і всім серцем готова поділитися з тим, що ми бачимо і слухаємо, що відбувається в Міджугор'ї. Отже, маємо зв'язок із Міджугор'ям, ну і для наших слухачів теж нагадаю, що ми завжди на Радіо Марія відчуваємо себе стисло пов'язані із Міджугор'ям, тому що, от, власне, перше натхнення про створення Радіо Марія ще багато років тому, власне, народилося в Міджугор'ї завдяки посланням Пресвятої Богородиці. І сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про те, як Міджугор'я святкує Різдво, народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, і також поговоримо про три останні об'явлення Пресвятої Богородиці. Тому що традиційно ми маємо 25 числа кожного місяця, цього минулого вже року, 23-го, 25 грудня було два послання Богородиці для Якова Чоли, для Марії Лунетті, і потім 1 січня, ну, було, скажімо так, ну, досить таке несподіване об'явлення Пресвятої Богородиці, почуємо також її послання. Отже, це план нашої катехези, ну, а на початок теж хотів би Терезу запитати про те, як Міджугор'я відзначає свято Різдва. Да, для мене лично Міджугор'я – це Рождество, це Віфлеєм. І так уже перший день, коли Богородиця явилась, вона явилась с младенцем, только что рожденным на руках, и приглашала визионеров к себе. И так оно наполняет, это первое явление, наполняет наши сердца всегда благодарностью за то, что Мария приходит, приносит нам Иисуса. Иисус рождается в сердцах тех, кто приезжает сюда. Мария нас ведет к Нему. И так всегда с большой радостью ожидаем тех дней, когда будем праздновать в Меджугорье Рождество. И ожидаем Рождество с серьезной подготовкой, особенно исповедь, жертвы, пост, поднимаемся на подгорду и ждем Иисуса, Его рождение на коленах, в молитве, в полночь святая месса, до того адорация. И всегда в этот год было представление живого Вифлеема, общины Чинакова, прекрасная атмосфера вокруг церкви. Ну и потом явление Богородицы в Рождество, она приходит особая, полная любви, полная красоты, с младенцем Иисусом на руках, как говорят визионеры, в праздничной одежде, смотрит на маленького Иисуса на руках, взгляд, взор полной любви, нежности, материнского тепла. Мария смотрит на Иисуса, маленького Иисуса на нее. Так было и в этом году. Миссионеры рассказывают, как из этого объятия любви она смотрит на нас, благословляет нас, молится над нами. Богородица является в праздничной одежде с Иисусом. Значит, это особое явление, когда и
чувствуем в наших сердцах эту особость. И маленький Иисус поднимал руку, и знамение креста тоже благословил нас. Богородица нас ведет к Нему. Вот в этом представлении той нежности, ее приходу мы открываем наши сердца и учимся отдать Иисусу свою жизнь, позвать Его, чтобы Он родился в наших сердцах. Вот для меня лично Рождество очень особое, благодатное время, где все еще больше так чувствуется действие Божьей любви в наших сердцах. Дякую, дякую, Тереза. Ну що ж, ми завжди також, коли святкуємо Різдво в особливий спосіб, ми молимося про мир, про мир для цілої нашої планети. Зараз особливо молимося про мир для України, тому що пам'ятаємо, в Євангеліях написано, коли народився Христос, з'явилися ангели в небі і, оспівуючи новонародженого Спасителя, співали «Слава вовишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі». І теж є насправді дуже така гарна традиція. Завжди от папа римський, сьогоднішній папа Франциск, або попередні папи Бенедикт, або папа святий Йоанн Павло ІІ в день Різдва 25-го числа завжди звертається з таким особливим посланням «Урбі ет орбі», тобто «місту і світу». І теж звертається до всіх людей доброї волі з таким закликом про мир. Цього року також от ми чули цей заклик про мир. Отже, віримо, що коли приходить Богородиця, то теж маємо надію на мир, якого так зараз прагне Україна. Ну і, дорогі друзі, зараз про послання Богородиці. 25 грудня 2023 року маємо два послання. Ми зараз розпочнемо з послання, щорічного послання Богородиці, цариці миру, через візіонера Якова Чоло. Загалом давайте от таку анотацію прочитаю. 12 вересня 1998 року на останньому щоденному явленні Якова Чоло Богородиця сказала, що відтепер він матиме явління лише раз на рік, 25 грудня на Різдво. Так було і цього року. Об'явлення почалося о 14:20, тривало 6 хвилин. Богородиця передала через Якова наступне послання. Дорогі діти, сьогодні зі своїм сином на руках хочу всіх вас закликати просити малого Ісуса про зцілення свого серця. Діти, часто у ваших серцях панує гріх, який руйнує ваше життя, і не можете відчути Божої присутності. Тому сьогодні, у цей благодатний день, коли благодать шириться всім світом, віддайте Господу своє життя і серце, щоб Господь зцілив їх своєю благодаттю. Тільки чистим серцем зможете знову відчути народження Ісуса в собі, і світло Його народження освітить ваше життя. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». Ось таке послання Богородиці, і зараз Терезу Гажийову, представниця спільноти «Світло Марії» у Міджугор'ї, прошу прокоментувати це слово. Богородиця нас не раз приглашає в цих рождественних своїх посланнях, тому щоб ми віддали серце Ісусу, особенно наши раны, наш страх, наши слабости, темные места в наших сердцах. Так красиво она нас зовет, дорогие дети, Бог вас любит безмерно. Помни упование, не оглядаясь назад, без страха, всецело, предайте ему ваши сердца, дабы Бог наполнил их своей любовью. Не бойтесь верить Его любви и милосердию, потому что Его любовь сильнее любой вашей слабости и страха.
Поэтому дети мои, сердцами полными любви, уповайте на Иисуса и скажите Ему свое «да». Ибо Он единственный путь, ведущий вас к вечному Отцу. Сказала тоже в одном послании на Рождество. И это нам говорит о том, чтобы мы не боялись принять Бога, который сильнее всего, что происходит в наших жизнях. Он приходит в младенце и хочет с нами менять весь мир. Сначала наше сердце и потом людей вокруг нас. Это так сильно подчеркнуто именно в это Рождество, когда и в церкви можно принять индульгенцию при поклонении Иисусу в венских пещерах, которые сделаны в наших церквах, там, где францисканцы действуют, отдать свое сердце Иисусу, наши раны, наши слабости, грехи, которые руинуют, так, разрушают нашу жизнь. И в исповеди Иисус приходит, чтобы родился вновь. Вот это Богородица нам повторяет, насколько важная святая исповедь. Разрешить Иисусу родиться вновь в наших сердцах. Это послание, призыв к святой исповеди. Богородица в одном послании 2 января 2019 году говорит: «И сегодня с великой Божьей любовью прихожу к вам, чтобы вести вас путем смирения и кротости. Первое стояние на этом пути, дети мои, исповедь. Отбросьте свою гордость и станьте перед моим сыном на колени. Поймите, дети мои, что у вас ничего нет, и сами вы ничего не можете. Единственное, что у вас есть свое, и чем владеете, это грех. Очиститесь и обретите кротость и смирение. Мой сын мог победить с помощью силы, но он избрал кротость, смирение и любовь. Следуйте за моим сыном и дайте мне ваши руки, чтобы мы могли вместе зайти на гору и победить». Этим посланием Богородица нас ведет к тому посланию, которое она сказала вечером 25 декабря в Рождество через Марию Павлович, через исповедь открыть Иисуса в тишине своего сердца. Так я смотрю на это послание. Давайте зараз прочитаємо послання також від 25 грудня через візіонерку Марію Лунетті Павлович. Прочитаю для наших слухачів. Отже, Богородиця звернулася з такими словами: «Дорогі діти, приношу вам свого Сина Ісуса, щоб наповнив ваші серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса, тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо Він дається щоденно кожному з вас». І далі є також маленька анотація від візіонерки. «Сьогодні Богородиця прийшла в святковому одязі з малим Ісусом на руках. І Ісус простягнув руку на знак благословення, а Богородиця молилася над нами арамейською мовою». Тереза, прошу тебе. Богородиця нам приносить Ісуса і зовет нас: «Ищите Його в тишині своєго серця». Тишина в серці – это одно из главных условий для молитвы сердца. И в школе Богородицы мы учимся, что тишина
сердца, где встречаем Иисуса, она приходит через свободу сердца и любовь. То стремится часто исповедоваться, жить в освящающей благодати, тот слышит Иисуса, внимательно Его словам и позволяет Ему руководить собой. Иисус приходит в мир через наши дела любви. Богородица нас зовет ежемесячно исповедоваться, когда теряем тихо в сердце, не знаем, когда это, когда согрешим, когда зависим, тогда мы становимся и зависимыми от себя, сколько раз мы становимся потом полнее себя, своей гордости, своего эгоизма, зависимы от других, от материальных вещей, и такой шум в наших сердцах. Только Иисус может сказать умолкни, когда мы оставим весь этот шум, мусор греха в исповеди, и позволим Иисусу освободить нас. Все взволнованные шумы все уходят. Например, если кто-то нас повредил, мы злимся, и потом не слышим ни Бога, ни других, в сердце возникает этот шум зла. Если долго держим его в себе, мы закрываемся, грех увеличивается, возникают разные зависимости, зло распространяется. И тяжело опять обрести тишину сердца. Поэтому Мария, как мама, учит нас часто исповедоваться, проверять свою совесть, очищать свое сердце. И так всегда открыться для Его действия. И все, что происходит, все наши трудности, радости, заботы, страх, разные обязанности и болезни, все, что происходит, Мария нас учит во всем искать Иисуса. Так красиво нам говорит в одном послании. Дорогие дети, к сожалению, между вами, моими детьми, столько борьбы, ненависти, личных интересов, эгоизма. Вы так легко забываете о моем сыне, о его словах, о его любви. Вера угасает вновь и душа, а сердцами овладевает материальные вещи мира. Мое материнское сердце знает, что существуют еще те, кто верит и любит, кто стремится еще больше приблизиться к моему сыну, кто неустанно ищет моего сына. И тогда они ищут также и меня. Это смиренные и кроткие, со своей болью и страданиями, которые они переносят в тишине, со своими надеждами, а прежде всего со своей верой. Это апостолы моей любви. Богородица нас учит, как переносить то, что нас окружает, возвращаться в тишину своего сердца, жить с Иисусом в глубине, в тишине сердца. Это процесс, который мы учимся в ее школе. Вначале надо освободиться, очиститься. Нужно достаточное время и регулярность каждый день, пока сердце не освободится от всего, что нужно встретить Иисуса. Для меня всегда таким уникальным и всегда меня так привлекает школа Богородицы при вечерной молитвенной программе в Меджугорье. Такой сильный урок встречи с Иисусом в тишине сердца. Начинается молитвой Розария в 5 часов. Помолимся первый Розарий, второй Розарий. Во время второго Розария является Богородица. Многие люди спонтанно поднимаются из своих лавочек, идут на исповедь, чтобы очистить сердце. Потом молимся к Духу Святому,
этот час до вечерней святой мессы, серьезная подготовка с Богородицей через молитву Розария, исповедь, Дух Святой. Мы готовы встретить Иисуса в Слове и в Евхаристии, где Он больше всего присутствующий, живый. И за святой мессой следует поклонение Иисусу в святых дарах. «Останьтесь с Иисусом», — в тишине говорит она. «Приглашаю вас, чтобы вы влюбились в моего Сына в святых дарах. Когда вы поклоняетесь Ему, вы получаете особые благодати. И мы являемся свидетелями того, что на вечерней молитвенной программе в Меджугорье паломники встречают живого Иисуса в святых дарах. И меняются, обращаются, возвращаются домой и становятся теми, кто поклоняется Иисусу. Богородица нас ведет через этот модель. Люди ищут Иисуса подобно тому, как Он это делал. Иисус утром вставал, молился, разговаривал с Отцом. Иногда всю ночь провел в молитве с Отцом, молился перед чудесами, после чудес. Все важные решения делал в длинной молитве, в разговоре с Отцом. Мария нас ведет к Иисусу и говорит, чтобы мы так делали. Искали те места и достаточное время, где мы можем быть больше времени с Иисусом, сделать место молитвы. В нашей повседневной жизни, в наших семьях молиться под крестом в тишине, молиться перед открытым Словом Божьим, размышлять каждый день, читать Евангелие, часто причащаться, исповедоваться, поклоняться Иисусу, отрекаться, поститься. Эта программа нам известна. Это путь в тишину сердца, чтобы встречать Иисуса. Многие люди не молятся, потому что не понимают молитву как помощь, которая нас освобождает. И чем больше зла, негативных мыслей, негативных событий в нашей жизни, то зло мы несем в сердце. И потом нужно больше времени для того, чтобы человек освободился и мог встретить Иисуса. И мы потом без Иисуса, без мира. Только Иисус нам может его дать. Богородица говорит, «Я приношу вам Царя мира». Иисус, только Он может дать нам истинный мир. Так нас Богородица ведет к Нему, чтобы мы полюбили Его как лучшего друга. Когда построится глубокая дружба с Иисусом, она говорит, «Никакая буря, никакой ветер вас не сломает. Останьте в тишине своего сердца с Иисусом, чтобы Он своей любовью вас преобразовал, менял». Другими словами, это означает отдать себя Иисусу в молитве. Словами «Иисус, тихий и покорный сердцем, сотвори сердце мое подобно Твоему». Это означает жить в освящающей благодати. Говорится это пословица. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Наш Иисус, Он друг, Его Евангелие и история Церкви полная тех Его близких друзей, которые разрешили Ему вступить в жизнь, войти в свою жизнь, и через их историю приходят другие к Иисусу. Это хочет Богородица сегодня от нас, чтобы мы полюбили Иисуса, лучшего друга, и через наши глубокие отношения с Ним в тишине сердца Он будет приходить в жизнь другим. Богородица наш пример, она говорит, следуйте моим примерам. В тишине она
прятала слова Иисуса, хранила их в сердце, размышляла над ними. Завьюты нас, дорогие дети, каждый день лекция Дивина. Каждый день читайте, размышляйте Евангелие. Читайте Слово Божие в своих семьях. Размышляйте о том, как Бог любит свои творения. И таким образом Иисус заново рождается в ваших сердцах, в ваших семьях. Так рождается Иисус в школе Богородицы. Иисус нам каждый день дает себя. Этот мир приходит через молитву. Мария нам доверяет миссию в послании с Рождества. Миру нужен Иисус, поэтому ищите Его в молитве, ибо Он дает себя ежедневно каждому из вас. Такие простые и такие глубокие слова. Иисус кроток, смиренный, ищет нас, чтобы мы отдали Ему наши времена, все, что тяжело, наш страх. Иисус хочет нести за нас. Мы прошли это рождественное время и началось рядовое время. Богородица говорит, Иисус не уходит после Рождества. Он приходит каждый день и хочет дать себя каждому из нас. Этим она учит нас жить Евангелием. Когда мы живем Евангелием, Иисус приходит. Я так при этом вспомнила одну историю из жизни отца Славко Барбарич, когда он рассказывал нам, было такое событие неприятное. Убили одного отца семьи, психически больной человек, его убил один, который приехал в Мечугорье. И жена, когда слышала о смерти своего мужа, она легла в кровать и 2 дня ничего не ела, не пила, не говорила. Она выглядела, как будто с ума сходила. И отец Славко к ней пришел и принес ей Евхаристию, причастие. Она причастилась Евхаристией. И в той секунде, когда она приняла Иисуса, она встала и готовила кофе. Начала служить. Отец Славко говорит, я видел настоящее евхаристическое чудо. Я видел, как Иисус вошел в жизнь этой женщины, исцелил ее. 2 дня тому назад мы читали то Евангелие, как Иисус приходит в дом Петра, где лежит его больная свекровь. Так и сегодня Иисус заходит в наши дома, в наши болезни. Все, что мы живем в нашу повседневную жизнь, вот это нам хочет Богородица сказать, что Рождеством не закончился приход Иисуса в нашей жизни, а что Он продолжает и приходит каждый день через каждого человека, каждого из нас. Дякую. Дякую, Тереза. І маємо ще 10 хвилин до завершення нашої катехези. І теж хотів би зараз для наших слухачів Радіо Марії, перше, нагадую, у нас є катехеза, ми з'єднані з Меджугор'єм, у нас в ефірі Тереза Гажейова, спільнота світла, світло Марії. І маємо ще одне послання Богородиці, досить таке несподівано, було, і це послання Богородиці від 1 січня 2024 року. До речі, день, коли католицька церква має урочистість Пресвятої Богородиці. Це послання Богородиця передає через Марію Лунеті, Марію Павлович. Отже, давайте прочитаю. Після більше ніж 2,5 годин спільної молитви на горі Подбордо об'явлення Богородиці почалося близько 17 години 40 хвилин і тривало близько 5 хвилин. Після об'явлення Марія Лунетті сказала:
Богородиця прийшла радісна, молилася над нами і у кінці промовила: «Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик і молилися в моїх наміреннях». Діва Марія також сказала: «Ви не пожалієте, ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей». Богородиця благословила нас. Отже, Тереза, розкажи, будь ласка, нам, слухачам Радіо Марія, про це об'явлення в перший день нового 2024 року. Так, з радістю хочу поділитися цим таким сильним событием, которое произошло. Богородица нас иногда позвала и в прошлые годы 1 января молиться на горе Подбрдо. Несколько лет это уже не было. И так с большой радостью мы приняли этот призыв собраться на горе опять 1 января. Но все равно оно было необычное в том, что Богородица нас пригласила в 3 часа молиться в ее намерениях. И был дождь, и было холодно. Прекрасно было смотреть это событие, эту сцену, картину, как со всех стран горы Подбрдо сливается река паломников, река зонтиков, молодые, пожилые, больные, с палочками едва ходят, поднимаются в тишине, в глубине, плачут, наши слезы сливаются с дождем, дети, болото, дождь, да, и со всех стран видим, это большая-большая молитвенная группа. Было очень сильно. И когда Богородица нам сказала: «Благодарю вас», такая радость родилась в наших сердцах. Никто никому не мешал, каждый помогал друг другу, никто не был какой-то раздраженный. И в конце услышали эту благодарность Богородице: «Спасибо, что вы молились в моих намерениях. Не пожалеете ни вы, ни дети ваших детей, ни ваши дети». Это обещание. Несколько раз Богородица нас приглашает в течение явлений 42 года молиться в ее намерениях. Люди спрашивают, что это означает молиться в намерениях Богородицы. Я бы сказала такой пример. Мама, у которой 5 детей, дети маленькие. Мама смотрит на дети и знает, кому что нужно, кому и как что нужно, чтобы было все хорошо с детьми. А дети то еще не понимают. Так и Богородица, она приходит с неба и видит, кому нужна ее помощь, и какая, и каким образом. И когда мы молимся вместе с ней в ее намерениях, она может помогать быстрее и таким образом, каким этого хочет Бог. Так прочитаем это в ее посланиях, когда она, например, в моменте, когда в то время, когда была жестокая война на Балканах, Богородица назовет: «Благодарю вас за ваши молитвы, любовь, которую вы мне высказываете. Приглашаю вас, отрекайтесь, потому что сатана хочет явить свое постыдное лицо, чтобы обмануть больше людей, соблазнить их на путь смерти и греха. Молитесь и приносите жертвы в моих намерениях, чтобы я могла представить их Богу как самые потребные, насущные. Забудьте свои желания и молитесь о том, что угодно Богу, а не о том, что хотите вы». Итак, значит, когда мы приносим, например, 9 дней отрекаемся, мы словно можем почувствовать, как Богородица меняет нашу жизнь. Я так
Скажу один пример. Мы организуем часто и 9 дней отрекаться от чего-то, к чему мы привязаны. Жертвовать в намерениях Богородицы или молиться больше в ее намерениях. И так одна женщина, у которой была молитвенная группа, она решила отрекаться 9 дней от телевизора и вместо того один час идти поклоняться Иисусу во Святых Горах. Когда закончила на Вену, открыла книжку «Послание Богородицы», где она говорит: «Дорогие дети, благодарю вас за то, что вы сделали в моих намерениях. Пожалуйста, продолжайте». И она продолжает до сих пор, записалась в расписании и поклоняется один раз в неделю Иисусу в Святых Дарах. Приходит поклоняться Ему и говорит: «Вот таким образом Богородица меня привела ближе к Иисусу». Одна женщина тоже, которая участвовала в новене, в намерениях Богородицы, услышала этот призыв одну недельку молиться, один час розарии, в непрерывной молитве розария за намерения Богородицы, в намерениях Богородицы. И она говорит так: «Только что я начала, в моей семье произошло несчастье. Мою дочку оставил муж, без ничего ушел и не хотел вернуться, поссорились». Итак, она говорит: «Я чувствовала большую такую беду и молиться за свою дочку, за этот брак. Как я могу молиться в намерениях Богородицы?» Но все равно она как-то переварила в себе и начала молиться больше в намерениях Богородицы и не обращала внимания слишком на эту проблему в семье. И так случилось после 9 дней этой новены. Муж дочки вернулся, они примирились, и жизнь прекрасная в этой семье. Так видим, что это очень сильно помогает Богородице в спасении, в плане тех планов, которые Бог доверяет ей. И так можно видеть, начался Новый год, и мы делаем новогодние решения. Можно сделать такое решение, кто хочет такую жертву, отрекаться от чего-то, к чему мы привязаны, и подарить это в намерениях Богородицы, особенно в Украине сейчас, да. Дякую, дякую, Тереза. Отже, дорогі друзі, ну буквально одна хвилинка у нас залишилася. Далі вже будемо продовжувати нашу молитву в ефірі Радіо Марія. Теж запрошую наших слухачів теж молитися в намірах Богородиці, так як Тереза щойно нам пояснювала, і сама Марія врешті нам говорить: «Дякую вам, що відповіли на мій заклик і молилися в моїх наміреннях». Тереза, дякую тобі. Прошу тебе також і про молитву за Радіо Марія, за всіх наших слухачів і цілу також вашу спільноту «Світла Марії». Прошу, так як завжди, молитися за Україну, бо насправді потребуємо миру. Дякую. 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 Молюся за вас всім серцем і любим вас. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Отже, завершуємо нашу катехезу і продовжуємо наші денні ефіри.